Я Лариса Гузеева. Это «Давай поженимся». Добрый вечер. Сегодня у нас три невесты. Олеся, Вера и Яна. Жених у нас Роман. Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте. Проходите. Роман, 35 лет. Взял в жены девушку легкого поведения. Но когда понял, что она не может стать примерной женой, принял решение разойтись. Роман – менеджер по рекламе в частном бизнесе. Гордится тем, что помогает пожилым людям. Мечтает купить старый деревянный дом за городом. Предупреждает, что не сможет зачать ребенка естественным путем. Роман не видит рядом с собой агрессивную блондинку недалекого ума. Женится на красивой, активной девушке, которая чувствует себя уверенно за рулем автомобиля, имеет свое хобби и умеет любить. Здравствуйте. Здравствуйте, Лариса. Я вот думаю, Роман, когда женится на девицах легкого поведения – через какое время вы хотели, чтобы произошло чудо, и она превратилась в прекрасную хозяйку, в маму? Конечно, нет. А вот ваша тросточка – это такой реквизит, так, атрибут для красоты? Да, знаете, как тот старый солдат, который не знает слов любви. Или она вам, может быть, там у вас… Ну, дай, думаю, похромаю, возьму там, поприбедняюсь, что ли. Правильно. Потому что, послушайте, во-первых, девушка и жалость – равняется любовь. Но если жалость как объект определенному, то что мы любим пожалеть. Правда же, Рос? Палочка, я не поняла, зачем палочка. Ну ладно, это уличное дело, палочка и палочка. Ну давайте рассказывайте про свою... Как мы с ней познакомились? В библиотеке. Нет, не в библиотеке. Я работал грузчиком на хлебозаводе. Машинку, я помню, себе купил. И уже тогда, это был 2006 или 2005 год. И уже... Не было смысла там работать, потому что я зарабатывал, бомбил, зарабатывал достаточно неплохие деньги по сравнению с тем, что я получал на хлебозаводе. И в один прекрасный момент взял на борт двух мужчин и девочку. И когда я их отвез, и уже вез ее, вот она мне сказала, что ты такой весь такой общительный, такой нормальный, такой милый, такой веселый. Чешет, по ушам ездит. Я не выдерживаю, говорю, слушай, так забери меня и воспитывай. Но я очень удивился ответу, когда она повернулась на меня, смотрела томным, спокойным взглядом, сказала, хорошо, поехали. Я понял, что приехали. Ужас какой. Ужасный диалект, я бы сказала. Поначалу все было как в сказке, все красиво. Я с цветами, но с цветами это я постоянно с цветами. Я только к вам без цветов. Ну, понимаете, я вот думал, подарить вам цветы или нет, но я понимаю, что вам брюлики надо. Давайте не про цветы. Ну так и что там? В общем, что там? Жили какое-то время. Спустя небольшой промежуток времени, я помню, это полгода где-то, она забеременела. И пошел вот этот сумасшедший токсикоз. То есть в один прекрасный день я был вышвырнут за дверь, летел громко, далеко, все было, все как полагается, характер атомный там. Там, Ларис, характер, знаете, вот как вот вы и Роза что-то разделить пополам. Откуда вы знаете, какой у меня характер? А вы умеете быть острой, умеете быть жесткой, умеете быть милой. Мне за это деньги платят. Я в жизни совершенно абсолютно к этому персонажу не имею никакого отношения. Но при этом вы очень милый и добрый человек, кстати. Нет, я не милая, не добрая. Я просто хочу уже призвать вас не путать мою работу и мою приватную жизнь. Хорошо, не будем. Да. Вернемся. У нее характер, как у Розы, понятно. Она не так много молчала. Ну, вполне Роман очень такой позитивный и приятный. И прям мужчина-мужчина чувствуется это в нем. Вы договорились делать аборт или рожать ребенка? А без меня сделали аборт. Ну, как бы меня никто не спрашивал, я не был рядом. Ну, ясно. Вот. И какие выводы вы сделали, когда уже все было под завязку? У вас ничего не получится? Какие выводы я сделал? Я сделал выводы, что, наверное, на обложку вестись уже не надо. Это, во-первых. Во-вторых, я ошибся в девочке в том отношении, что... Знаете, нет, хотя какие выводы? Мне было, были моменты, когда было хорошо. Конечно, было. Можно было жить с учительницей в начальных классах, и она могла оказаться стервой. Дело же, ну еще раз говорю, профессия одно... Характер – это другое. Жить нужно с характером. По нему вообще непонятно, любил он по-настоящему когда-то или не любил. Роман, почему вы не можете зачать ребенка естественным путем? Потому что были курсы химиотерапии. Онкологическое заболевание, которое пока продолжается. Но, наверное, Бог миловал, не рак, потому что многие
люди думают, что онкологическое заболевание – это только рак. Нет, это, конечно, не рак, это разные подвиды. А может, надо было сначала вылечиться, а потом уже желать красивую, молодую? А сердцу не приказать, вот хочу. Может, уже устал хочу. Кричать. Я тоже хочу. Хочу помолодеть на 30 лет, хочу. А и тут... что? А ты что предлагаешь? А давайте посмотрим, как вы хотите. Давайте. Сейчас мы находимся на балконе, там, где я живу. Высоко, красиво и все такое, но не это важно. Важно то, что здесь самое чистое место у меня дома. Больше чистых мест нет, потому что я живу один, в общем-то, я холостяк. И очень надеюсь, что программа «Давай поженимся» и вы, Лариса, поможете мне найти того человека, который будет помогать мне во всем и станет мне в том числе и близким другом. Потому что готовить я люблю, а что касается мытья посуды, это не мое дело. Но не люблю я это. Я даже обклеил машину, чтобы тебя найти, или чтобы ты меня заметил. А на «Давай поженимся» я еду с одной только целью, чтобы встретить тебя. Встретить человека, с которым у меня будет семья, с которым у меня будет дружба. Хочу любить одного большого и еще одного, или, может быть, двух маленьких. Езжу, ищу тебя. Уже полтора года так. Привет, девочка, которую я не знаю. Я в самом сердце города мечты. Сижу в ресторане один, тебя нет. И очень надеюсь, что здесь мы будем есть вместе. Я очень верю, что «Давай поженимся» нам в этом поможет. Ром, ну надо как-то было взять себя в руки, ну хотя бы пустить пыль в глаза. Ну, представляете, вы приведете женщину в дом. А там уже уборщица была. Ну, хорошо, но потому Причем, что... Причем, когда она туда пришла, вот единственное, что да, там было очень страшно, и у нее волосы дыбом встали. А почему? Почему везде. Такое? Это что, депрессия? Нет, есть те вещи, которые я люблю, есть те вещи, которые есть я не могу. Есть такое неуважение. А себя вы любите? Себя немножко. Ну, пускай меня лучше любит девочка. Послушайте, ну это такое неуважение к себе, а вот жить в таком кошмаре, в такой грязи. Ну это нехорошо, ну нужно же все делать поэтапно. Сначала, знаете, как я терпеть не могу цитировать Экзюпери, не люблю людей, которые его цитируют, особенно про приручение. Но сначала нужно как-то, мне кажется, в саду в своем перебраться самому, а потом уже туда приглашать. Но это ужас ужасный, я не могу себе представить. А может потом, быть... если бы вы были без рук, без ног, это одна история. А потом на что надеетесь? Ну, понятно, вот вас сейчас девушка пожалеет. Да, вот смотрите у вас. А жалеть не надо. А тогда что? Вот, представляете, вот вы назвали, обозначили свою болезнь, но при этом сказали бы, послушай, дорогая, я абсолютно живуч. Посмотри, как у меня дома клево, сколько у меня цветов. Посмотри, какая у меня чистота и порядок. Я давно тебя жду. Я хочу, чтобы тебе в моей квартире было уютно. И так будет всегда. Я буду тебе помогать. Ну, женщина же любит все эти обещания. Мне, конечно, честно, его жалко. Но свою жизнь связывать с таким человеком я не хочу. Мама сейчас живет с вами? Нет, отдельно снимаю квартиру. Но родителей же вас надо любить квартиру. На расстоянии. Ну, это грубо. Мама квартира. У некоторым родителям везет, как мне, например, мы в прилепушку, например, с детьми. Поэтому. Это мама снимает квартиру? Нет, это я снимаю квартиру. Мама, она живет. А мама москвичка, да? Нет, мама из Ленинграда. Коренная. А вы в Москве живете? Нет, я приехал вот на машине из Петербурга. А, то есть вы в Питере снимаете квартиру? Да, конечно, рядом с мамой. Вот. Квартиры у вас нет? Да. У него еще квартиры нет. Роман, каждый человек, конечно, имеет право на счастье. И вот вы сидите, и чем больше хорохоритесь, тем я глубже понимаю вашу проблему, и вижу проблемы ваши есть. Глаза, и ваше одиночество, и, конечно, бешеное желание жениться и оставить после себя. Я понимаю, что вы готовы. Конечно, вот эта история с грязной посудой, я так думаю, это, знаете, тоже для красного словца. А полюбите меня вот таким вот чёреньким. Совершенно и, конечно, верно. Все самое плохое, что у вас есть, вы уже выплюнули в первые минуты. Это так бывает. Лариса, я тоже всегда... Нет, я тоже... Хаи, жалею сейчас об этом. Я тоже, любит же не за что-то, вопреки. Нет, неправда, любит за что-то. Я тоже многие годы по молодости хотела всем казаться, какая я ужасная, какая ужасная дрянь. И я в основном на себя наговаривала. И что я вытворяла, это не пожалуйста. Это же от боли. Когда внутри так больно и неспокойно, хочется...
Вот это вот, понимаешь, это как Настасья Филипповна, когда сжигала деньги, потому что боль такая невозможная, когда ты жить не можешь дальше, обязательно нужно совершить какой-то поступок. У вас не поступки, у вас такие поступчики, потому что внутри болит, а я хочу, чтобы у вас не болело, я хочу, чтобы вы влюбились, я хочу, чтобы вы, правда, отсюда ушли, потому что вы... Уехал, и уехал вместе, да, с ней. Да, потому что вы перед программой были в очень таком возбужденном виде, вы имеете право, я хочу вам пожелать здоровья. Я вам хочу пожелать, чтобы вы жили. Я понимаю состояние вашей мамы, которая трепещет внутри, как листок осиновый, понимаете? Возможно, сейчас и которая, она смотрит мамочка, и думает, что сейчас, же будет как ее зовут? Евгения Борисовна. Евгения Борисовна, дорогая моя, держитесь. У вас все будет хорошо, увидите. У вашего сыночки здоровый взгляд. У него есть дикое желание жить, и он будет жить, потому что... Он внутренне не смирился ни с чем. Вот и все. И пройдет еще 100 лет, вы приедете к нам на 100-летнюю юбилейную программу. Но девушка, которая придет сегодня за вас бороться, она не виновата ни в чем. Она тоже дрожит, ей тоже страшно, она тоже хочет любви. И тоже хочет любить. Потеплейте глазами, потеплейте сердцем. Вас никто не будет обижать. Хорошо? Для этого осталось чуть-чуть ее встретить. Ее найти. Мне вообще нравится его позиция, что он очень откровенный, показал свою жизнь без прикрас, да, и вот его это намерение найти жену. Но единственное, может быть, он где-то лукавит. Что звезды? Надо сказать, что в первую очередь человек такого домостроевского склада, согласитесь. Вам нужна женщина очень домовитая, которая... пожалуй, будет исполнять ваши вот желания. Вам нужно, чтобы вовремя была еда, чтобы даже не обязательно порядок. Готовлю сам, мне еда не нужна, вот. Я сам сделаю еду. Но тем не менее, чтобы все было по расписанию. Вы любите план, вы очень впечатлительный человек, вот, и прячете, вот, пожалуй, вот эту свою детскость. Но вот здесь есть некоторая нота. Вы говорите, что как бы вам нужна... Ну вот женщина такая, чтобы была на всю жизнь рядом, вам просто нужна родственная душа. Вот. Друг. Да. В первую очередь друг. Мне кажется, он не уверен в себе в какой-то степени. Ему просто хочется какого-то близкого общения, действительно друга. Возможно, что у него не так много близких друзей. Дайте какой-то аванс сейчас девушкам, которые ждут вас в трех этих комнат. Скажите, за что вас можно полюбить? Это за что полюбить, это я думаю, что решит тот человек, за что она меня любит, который будет рядом со мной. А там уже, конечно, что-то мне надо будет обязательно делать для того, чтобы покорять ее, пытаться покорить. Он в каком-то панцире. Он неестественный, посмотри, он боится, мне кажется, он открыться. Ну и идите, знакомьтесь с первой невестой. Удачи. Зовут Олеся, и я надеюсь, что наше знакомство будет интересным. Очень приятно. Взаимно. Пойдем. Пойдем. Олеся, 30 лет. Руководитель отдела в сфере продаж. Играет на флейте, вяжет крючком и вышивает крестиком. Мечтает открыть школу прикладного искусства. Гордится тем, что не зависит от мнения окружающих. Признается, что не может иметь детей. Олеся не приняла предложение руки и сердца от своего возлюбленного, а с чужим мужем смогла почувствовать себя счастливой. Надеется, что Роман знает, чего хочет женщина. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, не успели букетик-то вручить? Потому что нервничали. Ну, сейчас вручите. Вручу. Александр. Да. Такой красивый мужчина. Спасибо. И друг. Как-то мы боимся таких друзей. Ну, я, во-первых, не совсем друг, мы еще и коллеги по работе, поэтому я Олесю приехал поддержать на передачу. А вы женаты, у вас есть женщина, невеста, девушка? Ну, я живу гражданским браком, у меня любовь, у меня все в порядке, и все хорошо. И то есть не ревнует вас, нет, к Олесе? Ну, определенная ревность была, когда мы собирались на передачу. Да. Я надеюсь, вы не тот женатый мужчина, с которым Олеся была по-настоящему счастлива, нет? Мне кажется, она идеально подходит ему. Да, вообще, она такая милая, красивая. Олесь, почему вы не можете иметь детей? Потому что я пережила заболевание, так же, как и Роман. У меня была онкология. И теперь так сложилось, что я не могу иметь детей. Вам 30 лет.
Все, болезнь отступила? Я надеюсь, что да. Мне поставили ремиссию, и я стараюсь все делать для того, чтобы не было рецидива. Я вам желаю здоровья, я вам желаю счастья. При таких заболеваниях такая так красотка и такое несчастье. Что это была за история с женатым мужчиной? Была любовь. Узнала, как водится, я не сразу, конечно, о том, что он женат. Когда узнала, сложно было отказаться, потому что подумала, такой шанс выпадает крайне редко испытать это чувство. И у меня была до этого первая любовь, после этого я не любила ни одного мужчину и подумала, что отказываться от таких чувств, пережить опять это все, наверное, не стоит. Он вам что-то обещал? Он ничего не обещал абсолютно, я не собиралась его уводить из семьи, то есть этого не было. Мы просто наслаждались компанией друг друга. Но он вас познакомил со своей семьей, с бабушкой, по-моему, да? Это была другая история. Ага. Так как я по профессии музыкант, и, соответственно, в одной среде я познакомилась тоже с музыкантом, с барабанщиком, с которым мы жили вместе 4,5 года. И что вас с ним развело? Где-то, конечно, его семья все-таки. Я считаю, что надо было нам раньше начать жить отдельно. А вы жили в его семье? Да, в его семье, да. Из-за чего были конфликты? Изначально все друг друга любят и устраивают, а потом начинаются какие-то мелочи. Все-таки две хозяйки на кухне, это некие сложности. Возникали у нас какие-то проблемы. Я предложила ему снять квартиру, жить отдельно. Он не захотел, потом он все-таки пришел к мысли, что действительно надо жить отдельно. Когда почувствовал некое напряжение в семье, мы стали снимать квартиру, жить вместе. Но потом настал какой-то момент, он уже не раз делал мне предложение, и я начала задумываться, почему же я все-таки не даю согласия. То есть я нет не говорю, и согласия не даю. Я пришла к мысли, что это не мой мужчина, и несмотря на то, что мы долго были вместе, мы просто тратим время. Мне стало жалко и его время, что в этот момент он мог встретить свою любовь, свою будущую жену. Понятно. Да бросьте, когда мы расстаемся, когда мы от кого-то уходим, меньше всего мы желаем счастья своим возлюбленным и думаем о том, с кем он будет там счастлив через какое-то время. Перестаньте. Это такое ханжество. Это такое, я от тебя ухожу, потому что со мной ты будешь не так счастлив, потому что у меня тяжелый характер, а ты встретишь ту единственную. Мы перестаньте, не были мы какие, хорошо Олесь, расстались. Были какие, значит, изжили себе отношения. Изжили, да. Мне Олеся нравится, такая классная, симпатичная, и мне кажется, Роман на нее посмотрел так очень-очень прямо интересно. И мне кажется, у них много общего, как минимум, на фоне, к сожалению, болезни. По-настоящему вы почувствовали себя счастливой с этим женатым мужчиной, да? С этим женатым мужчиной, да. О чувствах той женщины, которая его законная? Я, конечно, законная. Думала, поэтому я несколько раз уходила из этих отношений. Mm-hmm. Он опять меня возвращал. А вы уходили, потому что вам было жалко его жену? Потому что я не хотела рушить семью. Опять лжете. Нет, конечно, Олеся, об этом вы тоже не думали. Вам было хорошо на тот момент, и вы любили свои чувства к этому мужчине. Да. Что-то случилось другое, вы поняли, что отношения бесперспективны, он не будет с вами? Нет, на самом деле еще в этот момент я попала уже в больницу, и перед тем, как я легла в больницу, я тоже с ним рассталась в очередной раз. А вы ему сказали, какой у вас диагноз? Да, конечно, он все знал, он меня поддерживал и помогал, нет. Он помогал деньгами, он и деньгами ухаживал, помогал, и поддержкой, да, и везде меня абсолютно поддерживал, то есть он меня за руку держал, когда я ходила по врачам. А любовь? А любовь с его стороны? С его стороны и с моей стороны. Не говорил, что все брошу к твоим ногам, будем жить вместе, и все будет хорошо? Он очень обтекаемо это говорил, на самом деле, то есть давай мне понять, что это может случиться, но когда непонятно. И когда он начал это говорить, я... И чем эта история закончилась? История закончилась тем, что мы расстались окончательно, но через какое-то время он мне сообщил, что он ушел из семьи. Я не знаю, насколько это правда. Ну, она, смотри, с женатым жила. Это же тоже такой грех считается. Это да, но я не хочу ее судить, да, все ошибаются, всем свойственно ошибаться. И что же вы? Ушел из семьи свободный человек? Почему? Уже прошла любовь? Я уже приняла решение. Нет, прошла любовь с вашей стороны или да, что? Она прошла. Хорошо, давайте сейчас говорить в этой минуте. Роман очень хочет жениться. Ему 35 лет, вам 30. Вы из одного города, вы друг другу понятны, вы пережили одну страшную болезнь.
Я желаю вам обоим выздоровления, скорейшего и счастья. Как вы считаете, возможен ли такой союз? Да, возможен. Моя точка зрения. Я не успела ответить. Вера, вот ты ее жалеешь, да? У нее такое заболевание. А у него же тоже не менее сложное заболевание, но у тебя антипатия такая к нему. Чего? Ну, просто у него, помимо его физического заболевания, у него еще больше ничего нету. Вы не можете иметь детей, а вы хотите взять ребенка на воспитание? Да, конечно. Вот, кстати, как вы об этом думали, да? То, что я не могу иметь своего ребенка, не значит, что я не могу их любить и воспитывать. А вы хотите своего биологического ребенка? Или, допустим, если у вас все сложится с Олесей, вы пойдете ей навстречу и возьмете ребенка адаптированного? Хотел изначально своего биологического, но... Если есть вообще суррогатное материнство, понимаете? Конечно же, пойду я смотрю на ситуацию, что у меня... суррогатное? Знаете... Это не так дорого. Люди покупают себе квартиры, люди ездят отдыхать, и они совершенно даже не представляют, сколько тратят они денег в течение года, и что это можно на самом деле позволить себе иметь ребенка. Ребенок с детского дома, я их прекрасно понимаю. Я говорю им, берите. Это здорово, вы не пожалеете. У вас есть три бонуса. Общение наедине, ты семейная традиция и скелет в шкафу. Скелет в шкафу. О. Я ну, давайте скелет в шкафу. Пусто. Пусто. У вас их нет? Нет, он есть. Я расскажу, почему там пусто. Почему? Дело в том, что порой я вижу вещи, которые никто не видит. Барабашку? Ну, что-то... Пусть назовем его барабашкой. На самом деле мой скелет в шкафу заключается в том, что... то я сплю при свете. Почему? Ночник. Потому что перед тем, как я узнала свой диагноз накануне, меня порой стали мучить, скажем, что-то среднее, вроде кошмары и видение. После того, как я с больницы вышла, это прекратилось, но привычка осталась. Спать а сюрприз светом. Приготовили? Да, конечно. Пожалуйста, дайте посмотрим. Церковь надо помолиться, причаститься, исповедоваться. Пересмотреть взгляды на жизнь. Да. И барабашки уйдут. Да. Красиво очень играет, молодец да. Она. Она так красиво играет, а у нее так смотрит на нее. Мне кажется, он еле-еле сдерживает слезы, серьезно. Браво! Спасибо большое вам. Спасибо. Спасибо. Олеся, если бы вы видели, как на вас смотрели эти двое мужчин. Александр, конечно, у вас влюблен. Это... Ладно, не подрывай авторитет перед женой. И это просто считывалось, как он на вас смотрел, какими глазами. И даже Роман был в вас влюблен, когда вы были на сцене. Дорогая моя, было. Забирайте цветы и проходите с своим другом в комнату. Я видела, что вы растроганы, Роман. Вам нравилось все? Растроган я больше не музыкальным исполнением. Я тоже играю на фортепиано, на аккордеоне. Это музыкальная школа была. Растроган, конечно, общей проблемой. Какими? Тем, что девочка прошла через то, через что я сейчас прохожу. И этот союз возможен, правда? Этот союз возможен, возможен. Но у меня впереди еще две невесты. Проходите, знакомьтесь со второй невестой. Цветочки, не забудьте. Здравствуйте, Роман. Привет. Меня зовут Вера. Вам очень повезло, что вы встретились со мной. Надеюсь, что и вы меня тоже не разочаруете. Постараюсь не разочаровывать. Спасибо. Спасибо. Пойдем. Вера, 23 года.
помощник юриста, подрабатывает моделью и интересуется политикой, гордится титулами «Краса Поволжья» и «Вице-мисс Нижний Новгород». Признается, что после развода родителей не доверяет мужчинам. Узнав о предательстве возлюбленного, Вера не позволила себе долго страдать, а принялась за разработку плана мести. Надеется, что роман не будет ее расстраивать. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. Я, конечно, удивлена. Неужели даже таких титулованных красоток, как вы, предают мужчины? Ну, так вот получается. Всякое в жизни бывает. Я пришла сюда с подарками, так как я родом из Нижнего Новгорода, поэтому привезла вам нижегородский мед. Спасибо большое. Вот, сейчас ложечки. Так, так. Спасибо. Ну, мы прямо его здесь есть не будем. Да, мед. Это почему специально от моей бабушки. Она постоянно смотрит вашу передачу. Молодец, с подарками пришла. Значит, вот это самое предательство случилось еще до того, как вас титуловали? Ну, как сказать, предательство. Это была моя первая любовь. Мне было 18 лет, и тут мне однажды его друзья говорят: «Вера, ты знаешь, вот он гуляет с тобой, а проводит время свое с другой девочкой». Для меня это был шок. Я подхожу к нему, говорю: «Это правда?» Он говорит: «Да, тебя что-то не устраивает?» Я говорю: «Ну, извини меня, я молодая, я не хочу мириться с этим». Он говорит: «Ну, если ты не хочешь мириться с этим, то живи сама по себе». А я уже привыкла, я влюбилась. Вот. И в один момент мне его друг, опять же, говорит: «Вот ты знаешь, вот он сидит тут в ресторанчике одном с этой девочкой самой». Ну, у меня эмоции, конечно, максимализм мой юношеский. И я, в общем... Ворвалась? Ворвалась, да, и девочку немножечко побила. Ну, я сейчас не такая, это было... Немножечко это как? Да, ну, вот. Нокаут прямо? Я сзади подкралась, и вот так вот немножечко ее... Да. Ну, она понимает, что у нее он юношеский, этот максимализм. А может быть, это в пику ему вы стали участвовать в конкурсе красоты и получили вице-мисс? Может быть, мне захотелось доказать, что я лучше. Захотелось как-то себя проявить. Я стала участвовать один за другим в конкурсах. У меня стали появляться титулы. Вот. И я как-то... Ну, я была рада этому. Тут у меня стали появляться другие мужчины, которые действительно достойные, делали мне достойные... И однажды появился мужчина, который сделал вам достойнейшее предложение, а вы ему в ответ: «Дашь миллион?» Или сколько вы там сказали? Ну, это такая смешная история, да. Я просто не ожидала. Расскажите. Я не ожидала, что он согласится даже. Рассказывайте, к вам подходит дядька 40-летний и говорит, что? Говорит: «Девушка, ну, может быть, вы постеснялись там при людях как-то со мной согласиться? Поужинать, просто поговорить». Вот. «Нет», я говорю. Говорит: «Ну, что я должен сделать, чтобы вы согласились со мной просто поужинать?» Я говорю: «Миллион». Он такой... Он подумал, отошел, потом подошел: «Вам наличка или на карточку?» А как взяли? На карточку? Ну, я, знаете, мне как-то не каждый день такие предложения. Ну, понятно. Вот, и... На карточку? Взяла. Нет, у меня карточки не было. Да. Поужинала, и что потом? Потом он мне как бы предложил, ну, как бы... Отношения? Быть любовницей, да, но, естественно, это противоречит моим принципам, и я... Не стала. А когда не согласились, он вас не забрал обратно? Этот нет. А на что он потратили просто... миллион? Я купила машину. Правильно. Ну, сердце любит, поэтому что у них там получится, не получится, я не знаю. Смотрите, Верочка, вы хороши собой, вам 23 года. Да. А у вас вся жизнь впереди. Перед вами сидит потрепанный жизнью роман. Мне, конечно, безусловно жалко. Я очень добрый человек. Я вижу ваши добрые глаза. Вижу, что вы очень... А как вы поняли, что они добрые? Ну, я вижу, что они добрые, какие-то поникшие, такие опущенные глаза. Вот. Поникшие. Но я не собираюсь быть мамкой и нянькой. Извините меня, конечно. А я сказала, еще что раз. Мне нужна... И мыть посуду. Мне так показалось. Вы же пришли сюда, чтобы найти любовь. Вот. Я просто не увидела. Я не увидела. Любовь — это когда вы хотите что-то отдавать. Что вы готовы отдавать взамен? А что бы вы хотели получить? Ну, хотя бы не только съемную квартиру. Угу. Ну, потому что у него даже квартиры миллион? Нету. Да что вы к этому миллиону привязались? Да хотя бы миллион.
У вас ничего нет. А вы знаете, что у меня есть, нет? Любовь — это что? Вот что за определение? Любовь — это когда хочешь что-то отдавать, не только забирать. А вам есть что отдать мужчине? Я молодая, красивая, талантливая. Она дает ему понять, что он ее не зацепил, поэтому вполне возможно, что у него включится режим, что он начнет ее цеплять. Вера, а кто у вас родители? Родители, ну, занимаются недвижимостью. А есть еще братья и сестры? Да, у меня младший брат, ему 11 лет, вот он школьник, отличник. Вот. Верочка, еще такой вопрос. Вы на какой машине, если бы не миллион, ездили бы? Вот у меня старое ведро, ну, старая иномарка, да? Не, ну, вы знаете, мужчину в вашем возрасте уже должны что-то за собой иметь, согласитесь. Они вот. Я девушка, получается. Для меня... Вы невнимательно смотрели обо мне сюжеты. Вер, смотрите, во-первых, не всех получается. Во-вторых, Роман очень подкосила долго болезнь и тяжело болеет. Нет, я еще раз говорю, мне очень жалко. Я желаю вот искренне... Не надо искренне... жалеть, все хорошо. Нет, я Вер, искренне желаю хорошую... Тогда чего ты сватаешься? Вы такой молодой, красивый, здоровый. Вот. А? Вот, я сразу же с Розой согласилась. Вот. Роза всегда, я уже понял, вот что Роза, она Вот Роза, она вообще... Прям вот... И миллиона даже нет. Мой адвокат это вот Лариса, ничего вот к ней, нету. Пожалуйста. Я понимаю, если бы да, ничего не было, без приданого был бы такой жених, там, накрашенный, красивый, хотя бы до себя бы мог прорекламировать. А тут, ну извините меня, я буду честной. Я не хочу обижать, но давайте смотреть правде в глаза. Давайте. Ну все, я... И ты сама детей родить можешь, а не из проверки. Вот именно, я, кстати, про это даже забыла. Совершенно уже. Верно. Да. Да. Я просто не увидела ни одного плюса. Мы с девочками вот рассуждаем, да, вот он такой жалкий, ну всякое в жизни бывает. Ну какой плюс? За что вот можно зацепиться, да, хотя бы? Хоть, ну что-то. Я понимаю, я не идеальна, у меня много недостатков. А но... можно узнать, какие? А какая разница? Ну, вы, наверное, уже хотя в процессе. Бы она говорит все, ну, что да, думает. Да, я говорю что, то, что думаю. Это и плюс, и минус. Да. Я не хозяйственная, я не умею готовить. Я умею готовить. Я люблю готовить, и готовить буду только я и никто больше. Но мне в этой девушке нравится, кстати говоря, то, что она честно ему вообще в глаза говорит свою позицию. Я согласна. У вас осталось два бонуса. Свидание наедине и семейная традиция. Бонуса брать не буду. Не хочу. Сюрприз что не покажет. Пока воздержимся. А что вы приготовили? А, у меня песня, моя собственная песня, песня собственного сочинения. Ура. Вот, хочу вам исполнить ее. А мы будем. Многие поют. Спасибо большое. Спасибо, девочки. Не забудьте цветы, пожалуйста. Проходите в комнату. А, да. Цветы. Ань. Роман, как вам Вера? Ребенок. Маленькая, но поет прекрасно, кстати. Песню действительно, то, что сама написала, это потрясающе. Но есть один момент, который вызывает у меня жесткие, ужасные ассоциации. Я взяла миллион. И что? Дают, бери, бьют, беги. Ну, что значит «я взяла миллион»? Она хорошенькая, безусловно. Но 23 года – это тогда, когда уже душа должна проснуться давно. У нее душа в зачаточном состоянии. Понимаете, есть такое понятие, как сострадание. Но не все же меряется, правда, на деньги, на машины. Не туда смотрит девка, не в ту сторону, абсолютно. И что, я должна его пригреть, что ли, да? Тогда я бы была хорошая.
Да, Роза, тебе понравилась девушка, и миллион тебя не смутил. Нет, просто она для другого мужчины, да, и миллион меня не смущает. Каждому свое, собственно говоря. А если бы твоя дочь принесла миллион дядьки? Нет, это был арест. Ну, моя дочь, во-первых, никогда бы не пошла на конкурс красоты. Нет, она по другим вопросам не пошла бы причинам на конкурс красоты. Я говорю, а если бы твоя дочь принесла бы миллион? Почему у тебя такие стандарты? К своим, к сыну и к дочери одно, к другим другое? Нет, у меня не стандарты. Тогда что, не выдернула бы ноги? Выдернула бы. Она просто не пошла бы туда просто. А если пошла бы, конечно, я ее закопала бы. Тамара, вместе с этим что миллионом. Там звезды? У нее обостренное чувство справедливости. Другое дело, что она реально говорит все, что думает. Другой промолчит и будет камень за пазухой держать. Кто-то деликатен будет. Но она просто, скажем так, из параллельного мира человек. Понимаете? Но у вас плюс ко всему... Абсолютно несовместимые вот, физические параметры. Ваш Марс, Венера, понимаете? Вот то, что у людей дает какой-то толчок друг другу, у вас абсолютно в полной противоположности. Я не хочу свои лучшие годы жизни проводить, вот, чтобы мыть посуду ему, да, и страдать. И знакомьтесь с третьей невестой. Здравствуйте, Роман. Меня зовут Яна. Очень ждала встречи с вами. Я тоже из Санкт-Петербурга, поэтому привезла вам солнце и тепло. Привет, Яночка. Спасибо. Яна, 23 года. Менеджер по организации мероприятий в государственном учреждении. Занимается волонтерской деятельностью. Предупреждает, что постоянно протирает в доме пыль. Гордится доверительными отношениями с мамой и не представляет своей жизни без мороженого и пончиков. Ее возлюбленный был ярым футбольным фанатом и каждый раз отмечал не только победы, но и поражения любимой команды. Яна надеется, что у Романа здоровые увлечения. Ой, Ян, ну ни для кого не секрет, как яростные фанаты отмечают победы и поражения своих любимых команд. Да. А ваш возлюбленный отличался чем-то от этой орущей толпы? Или был такой же, как... Не отличался. Он был такой же, кричал, всякие нецензурные выражения, лексика. Заинтересуй мужчину так, чтобы он про футбол вообще забыл. Ну, вы же понимали, что с возрастом, наверное, будет отмечать, но все-таки уже темперамент это поутихнет, нет? Ну, с возрастом-то да, но с таким количеством алкоголя, даже было до того возраста. Ясно. Да, это основополагающее. Ну, то есть это то, что вас с ним развело? Развело не это, это был один из моментов, когда я уже поняла, что что-то не то. Развело, наверное, то, что я попала прошлым летом в больницу, и я была там 10 дней, и он за эти 10 дней ни разу не приехал. Ну, естественно, мне было от этого немного грустно, я поняла, что все, ну, я так не готова. А как вы считаете, почему он к вам не приехал? Чёрствый? Разлюбил вас? Видимо, не так сильно нравилось. Видимо, с друзьями отмечать победу любимой команды гораздо интереснее, чем приехать. Скажите, а что это за история с ребенком? В детском доме, по-моему, да? Да, я несколько лет назад работала в детском доме для детей с умственной и физической отсталостью. Это один из самых крупнейших детских домов у нас в России. Для меня очень положительная девушка. А это по вашей профессии, что ли, по учебе? Ну, я закончила факультет психологии, специализация у меня психология менеджмента. Ну, просто я тогда увидела объявление, раз, проигнорировала, увидела два, и потом думаю... Что-то ёкнуло, и я поехала в детский дом и увидела этих детей. Скажу честно, мы поехали туда с моей подружкой утром, до конца дня мы не могли ни есть, ни пить, ни разговаривать, потому что шок был капитальный. Но я никогда в своей жизни не видела таких детей, настолько как бы тяжелых. Ну, мы с ним подумали, что а кто, если не мы? И это, наверное, был один из самых лучших годов в моей жизни. Это замечательные дети. Потому что у вас была девочка, по-моему, да? Да, была девочка. У нее была мама, но она жила в детском доме, потому что мама не могла с ней находиться, потому что девочка с церебральным параличом, с умственной отсталостью, ну, то есть очень тяжелый ребенок. Она жила в детском доме, и я понимаю, что ну, я могу научить ребенка есть саму. Я решила это сделать. 8 месяцев я вместе с ней держала вот так вот ложку, мы ели. И, естественно, для меня это было неимоверное счастье, когда она научилась. Когда она сама стала есть. Какая победа, да? Ребенка это была победа, да.
Победа моя, победа ребенка, победа мамы, победа всех сотрудников детского дома. Мама участвовала в судьбе этой девочки? Мама, да, она каждые выходные приходила. Мы в течение года с ней ни разу не пересекались, но она всегда передавала мне слова благодарности. Это было очень приятно. И потом я ушла из детского дома, и где-то через два, наверное, месяца я приехала обратно навестить своих ребят, и мне успели сказать, сказали, что как ты уехала, она больше не ест сама, все. Ну, как бы не ест и не ест. И потом, когда настало время обеда, я просто захожу в группу к детям. Она меня видит, хотя по ней вообще непонятно. Сама забралась на стул, взяла ложку и стала есть. Ну, тут, естественно, слезы у меня, слезы у воспитателей, слезы у всех. Ну, потому что тогда в такие моменты понимаешь, что все, что бы там ни говорили, это все ерунда. Детей любых, с любыми заболеваниями. Вам сколько сейчас лет? 23. Вот вам 23, и Вере, которая была до вас, ей 23 года. Вам огромное спасибо. Вы совершенно какое-то уникальное создание. Ну а теперь вопрос по существу. Перед вами Роман. Вы молодая, красивая женщина. Будете вынашивать ребенка Романа, если у вас все сложится? Вот таким неестественным, непривычным. Нет, там естественно и привычно. Просто искусственное оплодотворение моим биологическим продуктом. Я могу сказать да. И в моих мечтах вообще еще ребенок из детского дома. А мама обрадует? А где вы живете? Живу в Санкт-Петербурге с мамой. А где именно? Метро Пионерская. Я на юго-западе. Ну, я по видео узнала знакомые места. Города. То есть мама не будет возражать относительно зятя? Так раз без мам разберемся. Нет, мы как бы, да. Что значит без мамы разберетесь? Это вы разбираетесь без мамы, а она, он девочка еще. Это вы с мамой договариваться будете. Без мамы он разберется. Ян, ты хочешь любви? Испортить себе жизнь со мной? Почему испортить? Опять начинается кокетство. Не хочет она испортить, она хочет счастья. Она хочет построить. Счастье я тоже хочу, Ларис. Мы за этим сюда и пришли. Ну, вообще, очень он заинтересовался ей. Да, очень заинтересовался. Роман, я вас понимаю. Вы хотите, чтобы вас любили чёреньким? Вы хотите, чтобы вас прям полюбили вместе с грязной посудой и со всем этим набором? Не надо вам этого. Максимально сделайте над собой усилия, чтобы у вас было за что любить. Пожалуйста, и забудьте про эту болезнь. Она отступит сама по себе. Да. Хватит уже это в себе пестовать и жалеть таким образом самого себя. Посмотрите, красавица какая, фигуристая. Она согласная намного. Далеко ехать не надо. Да. И одна улыбка чего стоит. Да, красивая девушка. Да. Очень чересчур красивая. Ему, конечно, не по зубам. Извините меня. Про себя я вообще молчу. У вас два бонуса, потому что один вы решили не использовать по отношению к Вере. А свидание наедине, семейная традиция. Семейная традиция. А в нашей семье получилось так, что 25 лет назад моя бабушка построила дом сама, своими руками, с помощью моей мамы. Она построила, да, вот этот самый дом. Спустя 15 лет, 5 лет назад, моя мама построила дом на том же участке, вот он, с помощью моих рук. Они строители, что ли? Нет, строители делали какие-то основы, это фундамент, еще что-то, а в целом вся планировка, все-все-все-все-все, это сама делала моя мама, учитывая, что у нас нет отца, это достаточно тяжелый процесс. Потому что русская баба. Да, и вот теперь традиция тоже спустя, 15 лет моя очередь строить дом. А может, мы таки мужа, который это такая традиция, знаешь, у всех у нас, у русских, дорогая моя. С годами мы становимся теми мужиками, о которых мечтали, да? Да. Приготовили сюрприз? Да, приготовила сюрприз. Ну, кстати, они могут подойти, потому что он хочет вот как раз такое, чтобы было кому поплакать, пожалуйста. А она выполняет такую мужскую функцию. Вот эту картину я нарисовала вместе с детьми из детского дома, в котором я работала. Эта картина говорит о том, что в нашей жизни самое важное – это семья, близкие люди, любимый человек, дети и такой вот замечательный дом. Я хочу, чтобы все это было в вашей жизни. Спасибо. Ой, какая молодец! Вы интересовались сами. Спасибо. Спасибо вам огромное. Забирайте цветочки, проходите в комнату. Спасибо. Какие мы все разные, правда? Да. Да. И причем еще нахожусь под впечатлением.
От кого? От всех трех героинь. А Яна как вам? Очень милая. Понравилась она? Понравилась. Видите женой? Нет, потому что вы... она слишком для меня спокойна. Да она просто идеальная. Не хватает изюминки, не хватает вспыльчивости какой-то, потому что, если вспомнить начало программы, когда я разговаривал, там я где-то когда-то в чем-то летал даже, да, по квартире. Там мужики. Малейший, не малейший промах. Было даже такое, что ну, когда у девочки менялось настроение, там и в табло. Тогда Верку берите. Абсолютно. Я, извините, я в таком ступоре. А, так чем же вам, ну понятно, Олеся, не хочется как в зеркало все время смотреться, и сострадание к себе, и силы нужно на себя, а тут еще придется неизвестно что переживать со своей женой. Но Вера просто к вам не выйдет, она уже вам все сказала. Но Яна-то чем вам не ко двору? Вы мне уж извините. Лариса, я когда сюда ехал, я понимал одно. То есть вот когда девочки звонят, когда видят телефонный номер и так далее, я понимал одно, что это должно вот зацепит, не зацепит. Вот мое, не мое, ёкнет, не ёкнет. Но... Послушайте, меня много лет цеплял Брэд Питт. Я просто достала всех им. Но я же понимаю, что даже если бы я с ним встретилась на фестивале, у меня шансы равны нулю. Это при том, что я все сама про себя знаю и так далее. Мои шансы равны нулю. Вы что, про себя ничего совсем не понимаете? Что с вами, Роман? Вы хотите жениться? Вам 35 лет. Есть женщина очаровательная, юная, которая согласна от вас родить, которая согласна привести вашу квартиру в порядке, которая вас будет любить, образованная, умница, живет в Санкт-Петербурге. Я не здоровая. Понимаю тогда, что с вами. И она красавица. У меня ощущение, что я ее испорчу. Просто я ее испорчу. То есть во мне причина, не в ней. Конечно. Но он ей не заинтересовался. Даже он еще ей не заинтересовался. Да. Скажи мне, пожалуйста, Тамарочка, к тебе вот возвращаюсь. Вот если бы не болезнь Романа, да, которая очень сдерживает меня в оценке, ты могла бы дать характеристику его по звездам, если не болезнь? Да. Роман, вы ведь Веру немножко осуждали, да? Но высказываете вы тоже все, что думаете, правильно? Да. Да. И раньше вам да, это в этом было свойственно. Язык у вас без костей абсолютно. Если вот просто Дани на болезнь глядеть. Вы человек, который долго присматривается. На самом деле, вот то, что вас женщина та сразу взяла на абордаж, это была ситуация, все равно вы подсознательно присматривались. Вы тот, кто выбирает, присматривается, не готовы вот сразу взять и отношения изменить. Вот вы не готовы пустить каждого в свой мир. Правильно? Вот. Правильно. Есть такое. Правильно. Вы очень боитесь, что вашу душу кто-то разрушит. Наследит там и окажется не тем, ровно кого настолько, вы... Ровно настолько, насколько я девочек себе домой вот. Живя один не вожу. Понимаете, при этом у вас Марс во Льве, и я бы сказала, вы человек, который действительно хочет ярких женщин, активных и смелых, которые возьмут вас вот так. Только давайте уточним, что ярких не в плане внешности, а ярких именно в плане характера. И то, и другое. Может быть, он выберет Веру? Почему нет? Необычная пара будет. До конца, если быть честным, наверное, он в данной ситуации поступает, может быть, подсознательно, но очень честно. Знаете почему? Потому что его черная луна, которая может действительно стать испытанием для каждой из них, вы поразительным образом подобрали женщин с белой луной в весах у каждой. У него черная луна в весах. То есть вот то, что демон, понятие... Нет, в данном случае может быть просто несовместимость в понятии о браке, отношениях. Я правильно говорю? Несмотря на то, что я вот до сегодняшнего дня, до этого вечера относился достаточно прохладно к астрологии, сейчас вы абсолютно меня прочитали. То есть все трое не подходят, как интересно. Роза? Так что же, он там с черной луной, это нафига такой подарок всем? Да нет, пусть сидит дальше луной. Черная луна у каждого где-то есть. Но я имею в виду, у него ярко вот выраженная. Именно в данной ситуации. Никому. Роман, и все-таки между одной из этих комнат и вами, ну, секунд 10 точно есть. В любом случае, и любое ваше решение мы поддержим. Проходите. Три невесты и пустая комната, где вас никто не ждет.
Вы молодая, энергичная, имеете право и на мини-юбки. Ездить на машине и экстремальное вождение все сюда вписывается, и парашюты в том числе. Вы пришли на программу, которая называется «Давай поженимся», значит, у вас серьезные намерения, правильно? Я приглашаю всех выйти из своих комнат и поддержать Романа. Нет пары, если и вы одиноки, или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам: давай поженимся. Удачи!